Зрозуміло. А політолога долучимо теж до нашої розмови, до такої дискусії. Кирило Сазонов із нами на зв'язку. Пане Кирило, а у вас є відповідь на запитання, з ким все ж таки українська сторона у цій тристоронній контактній групі вчергове узгодила під час відеоконференції ось таку повну та всеосяжну тишу? Доброго дня. Трьохстороння контактна група, тому і називається трьохсторонній, там три сторони. Страна-агрессор – это Россия, страна, которая стала жертвой агрессии – это Украина, и ОБСЕ как посредник. Никакого ОРДЛО, никаких, простите, ДНР, ЛНР там нет ни на бумагах, ни в Минских соглашениях. Нет. Украина может вести переговоры только с Россией. Все. Пане Кириле, у мене тоді поточнення, що ж це тоді звучало вчергове, причому з вуст прес-секретаря Піскова, що знову ж таки не є Російська Федерація не є стороною конфлікту. Естественно, Россия уже несколько лет отрицает категорически свое участие, пытается выступить как миротворец, как посредник и пытается любой ценой заставить Украину вести прямые переговоры с, как совершенно справедливо пан Георгий иронизировал на эту тему, с представителями Донбасса. Никаких представителей Донбасса не существует. В тимчасовой контактной группе в Минске они есть за кадром, не как сторона переговоров. Это опять-таки Денис Казанский, Сергей Гармаш, это мои земляки, уроженцы Донецка, патриоты Украины. Но они будут принимать участие даже не в переговорах, а в консультациях по утверждению 11 и 12 пункта Минских соглашений. После выведения российских войск, после расформирования всех банд боевиков, после восстановления контроля над границей будет обсуждаться статус Донбасса и проведение местных выборов, в том числе с представителями Донецка и Луганска. Вот наши украинские переселенцы, представители Донецка и Луганска, тогда с ними что-то будут обсуждать. Обсуждать, не договариваться, потому что официально никакого отдельного государства, отдельного региона Донбасса не существует. Угу. Тоді як сприймати ось ці останні домовленості, які вони мають бути відмінними від усіма від усіх попередніх 28 чи 29, так? Враховуючи того, що одні кажуть, ми не є стороною конфлікту, інші кажуть, а ми ось про таке домовилися, але поки що ми не бачимо, з ким відбулася підписи та тих чи інших домовленостей, тому що там же ж конкретно називається, не можна літальні, значить, об'єкти, та, які, тобто диверсійних груп. Все-все-все забороняється, так? А як тоді фіксувати ці порушення і тієї сторони окупантів, от хто їх теж має, тобто які санкції, кому то тоді, знову ж таки, Російській Федерації, чи кому там, ну, от якщо ви кажете, що немає домовленостей там з тими непідконтрольними територіями, то як, хто наказувати буде, за що? Диктація, на самом деле, все достатньо сложно, тому що спеціальний центр контроля, в ньому були представники України і Росії, але російські офіцери вийшли вже більше року назад із нього по совершенно надуманій причині, що у них немає біометричних паспортів, а Україна їх требує. То есть там остались только украинские офицеры, вряд ли их боевики куда-то допустят. То есть контроль лежит полностью на ОБСЕ. Но опять-таки люди, которые там находятся, которые знают ситуацию по месту, говорят, что ОБСЕ появляется не раньше 10 утра, как правило, к 11, и после 16 часов уезжает, и опять никого не найдешь. То есть фиксировать будет достаточно тяжело. Что мы имеем сейчас по факту и что можем спрогнозировать? На самом деле позитива очень мало. Да, действительно, президент Украины, канцлер Германии и Франции, Зеленский, Макрон и Меркель такие заставили Россию пойти на это соглашение. Как-то убедили, как-то дожали. Но мы видим, что уже прошло полдня, и уже Песков, пресс-секретарь Путина, фактически отказывается от этих обязательств. Говорит опять, мы не сторона конфликта. То есть соглашение хорошее, мир нам очень нужен, мы за него боремся, но я ни на секунду не верю в добрые намерения России. Почему? Потому что Россия планировала сделать Украину фактически частью восстановленного СССР. Это идея фикс Путина. И пока своих целей она не достигла. И прекращать огонь она не собирается, это очевидно. То есть мы действительно добились нужного для Украины соглашения. Мы действительно договорились о перемирии, настаивали на нем и будем его соблюдать. Но очевидно, я так думаю, что я, конечно, не пророк, но думаю, что Россия его очень быстро нарушит. Просто потому, что политические требования Украина отказывается выполнять. Невыполнимые российские политические требования. Поэтому я думаю, что вопрос нескольких дней, и все, что мы получим от этого перемирия, это не настоящий мир,
а просто в очередной раз покажем нашим западным партнерам, что соглашения с Россией не имеют никакого смысла, Россия их нарушает. І що тоді далі? І що тоді далі? Якщо враховуючи те, що відбулася і телефонорозмова, так, з ініціативи української сторони двох президентів України та Росії, і у підсумку, ну, яка стосувалася безпосередньо цього всеосяжного повного та всеосяжного перемир'я, і почули від Путіна тільки от про те, що постанова Верховної Ради про вибори ставить під загрозу врегулювання конфлікту, так, в Донбасі. От що тоді ми маємо? Що от Російська Федерація за вибори виходить, да, а ми от собі свою пісню, як то кажуть, граємо. Как раз, да, вспоминали Дениса Казанского, когда шли переговоры в военной подгруппе о перемирии, представители России закатили настоящую истерику в политической подгруппе в Минске именно из-за закона Украины, именно их раздражало то, что там идет речь, и Верховная Рада Украины проголосовала за выведение иностранных войск и разоружение незаконных формирований. Это их, как обычно, очень взбесило, нет никаких иностранных войск. Есть народ Донбасса, все прекрасно все знают. Что это дает в практической площине? То, что они негодяи нарушают соглашение, мы знали, в принципе, и вчера, и позавчера. Сейчас в Европе идет очень мощная работа со стороны России для ограничения, смягчения или снятия санкций. То есть мы видим, они пытались это делать под видом борьбы с коронавирусом. Сейчас, когда они в очередной раз нарушат мирные соглашения и продолжат обстрелы, мы сможем не просто настаивать на сохранении санкций, а сможем требовать их усиления. По большому счету, если мы не рассматриваем вариант военного освобождения Донбасса, мы его не рассматриваем, будем реалистами, то санкционное давление на Россию – наше единственное главное оружие. То есть вся дипломатия должна работать на то, чтобы санкции были не просто сохранены, а усилены. И тогда рано или поздно холодильник победит телевизор. Угу. А от з політичної точки зору і наскільки корелюється, так, наближення місцевих виборів, ну, як наближення, там, нехай, у жовтні планується, в кінці жовтня, але тим не менше, і от заява Путіна про те, що проведення місцевих виборів суперечить Мінським угодам і ставить під загрозу перспективи врегулювання конфлікту на Донбасі, так, і тут ми згадуємо теж політичну, одну із політичних сил України, проте вона заявляє про те, що порушуються конституційні права громадян України про вибір, так, можливості вибору, брати участь у виборах. І це стосується безпосередньо підконтрольних Україні територій, але з військово-цивільними адміністраціями. Отут є якесь взагалі поєднання цих всіх ситуацій чи ні? Россия и пятая колонна России в Украине очень хотели бы, чтобы местные выборы в октябре прошли одновременно с выборами на оккупированной территории. Но, опять-таки, до деоккупации, до выведения российских войск, до восстановления контроля над границей, никаких выборов там не будет. Угу. Об этом говорили не раз, и эту позицию поддерживали и при прошлом президенте, и при действующем. Никаких выборов под дулами российских автоматов быть не может, потому что по стандартам того же ОБСЕ, по украинскому закону, выборы – это свободная работа СМИ, это свободная работа комиссий. На оккупированных территориях это, увы, невозможно. Поэтому не будет никаких выборов на оккупированной территории, а российские все заявления о нарушении Минска опять-таки упираются в ту поправку, их страшно выводит из себя голосование Верховной Рады именно за этот пункт, что выведение иностранных войск. То есть фактически мы на законодательном уровне признаем, что там российская агрессия, их это выводит из себя. І от згадуючи дійсно реакцію, і як всі наші західні партнери підтримували ось це такі от домовленості в тристоронній контактній групі про всеосяжне припинення вогню. От Північно-Атлантичний альянс теж вітає домовленості, це і свіжих, так, підтримуючих таких домовленостей, досягнуті в тристоронній контактній групі щодо припинення вогню на Донбасі. Про це йдеться у заяві офіційного представника НАТО, який є у розпорядженні одного із медійних ресурсів українського. От, власне, враховуючи реакцію Німеччини, навіть Папа Франциск помолився за перемир'я ось це на Донбасі. Це про що свідчить? От такої всесвітньої активної, швидкої підтримки цих домовленостей, про що воно свідчить? Що десь уже кулуарно домовилися, ми просто про це ще нічого не знаємо, чи як? Нет, я думаю, это говорит о том, что внимание действительно есть, и Украина совершенно правильно привязывает внимание всех
политиков, всех сил к процессу договоренностей, просто потому, что когда Россия их нарушит, я говорю, когда, а не если, потому что я уверен, что Россия их нарушит. Это всем будет очевидно, всем, кто поддерживал мирное соглашение, они все будут вынуждены выступить все-таки с оценкой российской агрессии. И наша дипломатия это даст неплохое оружие в руки. Будем реалистами, Россия пока не хочет мира, и все наши мирные инициативы, к сожалению, она пустит под откос. І буквально коротенько, пане Кирило, а хто має поставити от вирок, все, тут російська сторона порушила, давайте продовження, значить, санкцій, і все таке, ну, враховуючи те, що в нас є тільки ОБСЄ, і от ймовірно, що будуть представники, ну, миротворці, так, українці, які брали у миротворчих місіях, ймовірно, так тут чи не зрозуміло, чи це точна позиція будуть, чи вони доєднаються до стеження за тим, щоб не порушували обидві сторони. Оценку происходящим событиям даст в первую очередь ОБСЄ, во вторую очередь украинская дипломатия, больше там никого нет. А дальше опять-таки будут давать оценку все мировые лидеры, все и в ООН, и в ОБСЄ, и, я думаю, отдельно лидеры европейских государств дадут свою оценку. Но зафиксировать факт нарушения России соглашений должно ОБСЕ. Зрозуміло. Більше там нікого немає. Спасибі вам велике. Політолог Кирило Сазонов був із нами на зв'язку.